Всем привет, с вами Геймпад, и это последний выпуск ненормальной съемки на телефон. На этом я, наверное, заканчиваю свою съемку на телефон и скоро перейду на программу. Ну, ладно, это не так уж и важно с тем, что скоро произойдет. Итак, сегодня я хочу с вами поговорить о Майнкрафте. Как я сказал, некоторые выпуски уже будут посвящены Майнкрафту. Ну что ж, пока что давайте забудем про Survival мод. А поиграем в обычном старом креативе. Как вы помните, я в старых версиях, вышло недавно видео, в котором я обещал, что эту карту открою как сервер. Точнее, добавлю сервер. В общем, это... Господи, какая клевая песня, докажьте. Ссылка на песню и название группы в описании. И где скачать эту песню, ссылка тоже есть. Сегодняшний спонсор нашего выпуска – сайт Киберград. Киберград, поближе к мечте. Ладно. Киберград очень клевый сайт. Заходите на него, пожалуйста. Нет, это не реклама сайта. Это, короче, такая специальная фигня, которая сделана. Специально для этого сайта. У нас нет никакой партнерки с этим сайтом. Мы просто рекламируем сайт. Действительно клевый, не фигня, да и при том, таких сайтов сейчас их найдешь. Ну это ладно. В общем-то, реально, вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на нас, смотрите наши новые видео каждый раз. Но что-то я не хочу отходить немножко от Майнкрафта далеко, потому что все-таки Майнкрафт — это сейчас самая лучшая тема для игроков. Наверное, играют все сейчас в Майнкрафт. От школьников задротов есть у нас в классе. Один друг задрот называется. Господи. Ого, вот это путь. Ну ладно, ничего страшного, это исправится у него. Ну что ж, первая песня прошла, второй крылом пожила. Давайте на этот раз включим Hell and Back. Та же самая группа, Metallica. Ссылку на эту песню вы тоже найдете в описании. Не нравится мне это. Это очень клевый жанр, да и вообще. Не фигня, как ты считаешь, что сейчас дабстеп самая лучшая тема. Нет, я, конечно, понимаю, для некоторых людей дабстеп — это самая лучшая тема, но поймите, хоть мы живем в самом современном мире, наши родители иногда не понимают, что такое дабстеп. Но зато они слушают с нами своих кумиров. К примеру, блин, мой батя слушает со мной Металлику. Только потому, что это группа его детства. И все. Ну, хотя он взрослый человек, ему нравятся баллады, но это ничего не значит. Ладно. О. Обрежет. Ладно. Ну, это ничего, все-таки клёво звучит. Да и песни у них клёвые всегда были.
Нет, я не хочу вас направлять на Металлику, но окей. К примеру, вот поклонники Металлики, также будет ссылка на группу ВКонтакте, официальную Металлики. Но. Ну, кому нравится песня, ставьте лайк. О, Господи, как я это давно ждал. Я думал, что, блин, здесь будет просто стоять дорога. Оказывается, нет. Не так, как я хотел. Но. Это все-таки Майнкрафт. А символ Майнкрафта такой. Дай совершенство. Так. Я понял одно, что нам нужна вагонетка. Но. Вагонетку достать это же так и просто. Давайте попробуем еще раз вести команду. Можете что-то не так делать? Survival. Может, сервер команд написать? Сервер команд. Ладно, понадобится. Добавим. Блин, Господи, как клево, а? Посмотрите, как у нас ездит. Давай. А, также есть надработка в этой версии. Надеюсь, он ее исправит. Ну, кто он? Ночь. А недоработка, в общем, клевенькая, кстати, немножко. Мне она даже немного понравилась. Короче, для начала давайте вот вылезем, да? Ну, мы выглядим немножко соглушенно. Ну, давайте теперь посмотрим, как мы, блин, выглядим, а? Блин, конечно, жалко, что он вылазит, но все-таки ладно. Это все-таки игра. Ладно. Я называю это самый офигенный момент в этой игре. Ой, не игре, а... Это песня. Господи, а? Вот, тут две, оказывается. Мы потопим их. Окей. Блин. Так не очень-то удобно, давайте лучше поставим обратно, как все и было. Окей, ждем. Отлично. Что ж, Minecraft Car. Где? Ну что ж, 3, 2, 1, камера. Так можно офигительные горочки делать. Как сказать, Майнкрафт позволяет. Поворот. Оп. Ну что ж. Блин, действительно клевая песня. Блин, реально клевая группа. Ребят, напишите мне в комментариях, что вы думаете о этом сервере. Как же мне решить, открывать мне его для сети или нет. Закончу я, наверное, этот выпуск шалашом. Шалашом для людей, которым реально негде переночевать и надо. Ну, ладно, ничего страшного. Просто если ляжет админ спать на сервере, то тогда, наверное, быстренько все поменяется. Я просто не знаю, как на настоящем сервере.
Так, я не сказал, какой в начале этот выпуск. Значит, я красавчик. Это 12-й выпуск, дорогие друзья. Но я не хочу останавливаться только на играх для приложений, для Android. Я хочу развиваться, и вот как с того момента, как игры на Symbian закрылись, я решил сделать новый проект, который называется Let's Play от Gamepad. В общем-то, он выходит достаточно скоро, мне надо собрать определенную информацию. А пока что будут выходить летсплеи по майну и прочие вещи. Сейчас, секундочку. Ну, на этом, наверное, пора заканчивать наш выпуск. Сегодняшний выпуск заканчивается, на этом все. С вами был Геймпад, давайте подписывайтесь и до скорого. До скорого! Подписывайтесь на наш канал, YouTube, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. На этом все, с вами был Геймпад, ставьте лайки, подписывайтесь и до скорого.